все-таки пришла. А ты не ждал? Я думал, что ты про нас забудешь. Я всегда выполняю свои обещания. Он часто исполнил. Не верю я в твою волю. Чувствуя ее, ты бы не пришла в эту самую прекрасную ночь в году. Я не могу выбирать, я только подчиняюсь. Ложь! Почему ты меня обманул? Ты же сказала, что я сам позову тебя. Я тебя звал, она тебя звала. Еще есть время, ночь только началась. Прошу тебя. Что может случиться? Прошу тебя, уходи, достаточно горя ты принесла в этот дом. Я не могу уйти одна. Возьми меня. Возьми мою стадо. Возьми мой урожай. Все, что я имею. Только я уничтожаю с тобой этот дом. Как тогда, когда ты взяла Анжелику. Анжелика? Да кто она такая, эта Анжелика, о которой вы все говорите? Еще об этом спрашиваешь? Ты, который нас обокрал. Я? Помнишь ночь в году? И омут 4 года назад вот нам. Взгляни на нее. У нее еще в ушах звучали свадебные песни. А звук все же с первых поцелуев. Что ты с ней сделала? Красивая девушка. Она была женой Мартина. Только 3 дня ты этого не знаешь. Не притворяйся. Притворяться я не умею. Я ее не знаю. И никогда. Не видела никогда. Не видела? Никогда. Тогда... Где же она? Говори! Ее искали нигде. И Мартин искал. Нет, Мартин заперся в комнате и не выходил. А почему ты об этом спросила? Тут есть какая-то тайна, которую нужно рассказать. Если этого не знаешь ты, кто же тогда знает? А тот, кто был ближе всех к ней. Может, сам Мартин? Мартин?